Правда, я не понимаю по-севернокорейски язык. Чогио. Однажды прекрасный день в Москве я решила поехать в севернокорейский ресторан. Вы знаете, в Южной Корее невозможно существовать. Немного, ну, боялась. Это картинка в корейском стиле, но я не знаю, где это. Наверное, это Северная Корея. Сначала помыла руки, очень чистый туалет. Да, мне сложно понимать. Ну, Сэмари, это будет? Я не могу посоветовать. Правда, я не понимаю по-севернокорейски язык, поэтому не могла все понимать. Токбокки Рагуанда. Ну, у нас по-другому называется. Еще то самое вкусное, это тут считается самый вкусный. Холодная лапша. А зачем Юне на русском языке меню? Тебе на корейском? Зачем тебе на корейском? Чоги, извините. Девушка, можно вас? Чои токбокком иранмён. Токбокком дэньмён. Дэньчангчиге. 소고기랑 김치찌개. 네. 뺀새가 뭐예요? 뺀새? 빵입니다. 빵. 빵. 그러면 이거 고기 속빵이랑? 네. 일단 피치, 또 뭐지? 어, точно. Давай. Я возьму американо. Американо? Сразу или после еды? Сразу. Спасибо. Горячий? Да. Давай я тоже американо. Ну, не. Три американо, да. Топпокманэ, ремена, кимчи-чиге, на сасанкэ, на кокисокманэ, американо-сигнэ. Да, папа надо сикёя, да? Куги таре надо, да? Написано курё. Курё – это название их авиакомпании. Да. Ну, очень так чисто даёт, да? Соту пьёт. Корейский пенсе. Попробуем. Ты попробовала пенсе? А, да. Ты пробовала? У нас в Южной Корее нету. У нас очень популярно, то есть булочка пенсе. В России говорят булочка пянсо, да? Ну так говорят у нас. Честно, я думаю, очень многие южные корейцы не попробовали севернокорейская еда. Я поэтому не очень ожидала. Да, неожиданно вкусно. Так нежно? Ну тут вообще нормально. Не, очень хорошо. Угу. Тебе не остро будет? Ну в России не дают такой соус, да? Наверное, соевый соус. Да. Юн, как тебе? Не очень? Игона? Кимчи соус. Кимчи соус, я? Хорошо говорит на русском. Да. Да? Да. Акцент есть? Чуть-чуть. Небольшой. Юн очень понравилось это пянзе. Я думаю, тут положили кетчуп, а не какой-то. Реально кетчуп. Ваше вкуснее. Мне кажется, да. Вообще не острое. Мне не очень понравилось. Согласна. Это у нас намного лучше. Бянзи мне понравилось, но это как да. Для детей. Вместе с телесным соусом. Да. О, Лиса южная кореянка уже. Так лучше? Да. Чикен соус. Кетчуп. No. You know the Chinese. When you go to Chinese restaurant, when you go to chicken, they give you like it's not the burger. It's very different. Будем пробовать кимчи. Интересно, он будет такой же вдруг? Пока мне понравилось, наше больше. Вкусно? Как он? Один в один. Один в один. Немножко тут это сладко для меня. А как тебе? Вообще не острый. Вообще не острый. Вообще не острый, ноль остроты. Я люблю, когда острый. Я думаю, они специально сделали, чтобы и русским подошли вкус. А. Или вообще они положили сахар много. Я чувствую сахар тут. Как-то очень сильно отличается от нас. Да. Наш более острый, хорошо опохмелен. Это в Корее называется дэнджангкук, а тут тожангкук. Why? It's not salty. It's not salty at all. The summer is 100%. Профессиональная южная кореянка Лиса.
Очень похоже на то, что мы ели в Корее. Да, сейчас попробуем. Да. Вообще не соленый. Хороший. Я чувствую по-другому. У нас больше перец. Да, да. Больше перца и как будто у вас больше немножко кислее. Он именно как легкий бульон. Очень легкий. Я думаю, это они специально поменяли вкус для русских. Или не знаю, как там как готовят. И даже тук-буки он не острый. Угу. Мисо. Ты знаешь мисо, угу. Да? Вот да, там паста, мы таем. Да. Да, это угу. То же самое. Согласна. Народное блюдо. Они очень горжутся, да? Ага, что там. Окей, ну очень чисто. О, софт. Очень легко разрезалось, мягко. О. Что там они положили? Курица, а у нас вообще свинина и яйцо. Чагия. Северно-корейский нигмен считается самый-самый-самый лучший. Да, у нас еще, знаешь ли, прозрачный серый. Пахнет вода и редиска. Да, и да, все. Да. Ну, да. Да, уксус. Уксус, да? Уксус. Хочешь? Да, обычно держи. Я... Сначала я попробую просто, потом пхеньянскую лапшу, по все так... Там первое. Жду. Блин. Вкусно? Нет. Нет? Соленый? Да? Почему соленый? Очень отличается от нас. У нас кислый, а у них вообще просто и соленый. Как гречку с водой замочили. Вкус просто гречки. Я не попробовала такую лапшу риса. Только прозрачная якисоба. С этим становится корейской лапшей. Да? Да. Ну тебе понравилось? Ну. А можешь сделать? Вадик, Вадик. Ой, это милое. Это наши. Это вкус наш. Так вкуснее. Гораздо. Да. Мне свой нравится. Там я вся жизнь кушала нашу. Нет, так гораздо. Гораздо лучше. Честно скажи. Чуть-чуть. Уринаракази, кроме. А, чапсальтоги다. 똑같다. 그치? Handmade. Домашние? Нет, не домашние. О, все хорошо. Спасибо. Все хорошо. А на яблоке сам не другое себе, да? А пасия? Там красная фасоль, да? Да. Халюда, очень отличается риса. У нас тоже есть. Ну, это мне больше нравится. Ты не играй с едой. Лиса. А вот такие чайма сосо. Мне больше понравилось. Пан понравился. Пан, хочу поделиться после поездки в северный корейский ресторан в Москве. Как я сказала, в Южной Корее вообще невозможно существовать в северно-корейский ресторан, потому что мы не можем поехать туда. Вот, единственный это за границей попробовать в северном корейском ресторане. Поэтому я решила поехать в Москве в северно-корейский ресторан. Там официанты очень красивые, они хорошо говорили на корейском, еще на русском языке, но я не всю 100% поняла, что они говорят, потому что корейский язык и северно-корейский язык немножко отличаются. Еще блюдо тоже сильно отличалось некоторые еды. Но когда я только попробую, ну уже поняла, что за это вкус, потому что все равно это народная еда похожа. Для меня был интересный опыт. Вот. Ну, так как вы находитесь в России, вы можете попробовать. Тогда, аня, спасибо. Лайк, подписаться.